Кутмандуу, түнүңүздөр менен ардактуу спорт сүйүүчүлөрү, Кыргыз спорту телеканалы жалпыңыздарга салам айтабыз. Бардыкына биздин улуттук лигадагы оюндар, дүйнөдөгү лигалар токтоду дагы, эми жалпыбызды алдыда улуттук курама командасынын кызыктуу беттештери күтүп турат. Анын алдында албетте Кыргызстандын ушул улуттук курама командасына мына Мейнгиремден 23 оюнчунун 30 анык болду. Алардын арасында суроо жараткандар бар, кубандыргандар бар. Анын бардыгын силер менен бүгүн бирге маек кылабыз. Кызматыңыздарда Кыргыз спорту телеканалынын баяндамачылары Эркинбек Абдуллаев, Адилет Темирланов, Азамат Асылбаш жана мен Бакчар Кыдыралиев болмокчумун. Биз сиздерден ошол улуттук курама команданын соңку учурдагы жарыялаган тизмеги боюнча пикирлерди күтөбүз. Андан сырткары айтор, кыргыз футболунун мына азыр эң бир өзгөчө учуруна келип жеттик. Келиңиздер, андыктан жалпыңыздарды эфирге жакын отурууга чакырайын дагы. Алгач эле ошол сыймыктануучу оюнчулардан баштап эле, кимдердин да келүүсү жаңылык болду, күтүлдү, дал ушул нерсени пикириңиздерди айтыңыздар. Ну, начнем лично со своего мнения. В принципе, есть, конечно, фамилии, которые меня не то чтобы удивили, но, в принципе, для меня это было неким образом сюрпризом. Опять же, про Николая Давыдова. Раньше мы знаем, что он вызывался, попадал в расширенный список, но Александр Сергеевич Кресин не раз отмечал о том, что Давыдову нужно еще как бы подтянуться, что нужно опыта набраться. И как мы видим, скорее всего, Александр Сергеевич решил довериться Николаю и попал в список. Но опять же, не факт, что он попадет именно в окончательный список, но тем не менее, хорошие сподвижки, на мой взгляд. Мен кубандырган эми Давыдов Пугачевне чакырылып жүрдү да. Бекназ Алмазбековду алгачкы эле чакырып алып отурат. Чындыгында өтө бир кубанычтабыз. Кандай оюн өткөрөт, биздин улуттук курама командада өзүн көрсөтө алабы, өз ордун таба алабы деген ушундай көп суроолор бар. Бирок ага карабай ушундай 17 жашында улуттук курама командага чакырылган бул чоң бир тарых. Биз кубанычтабыз. Андан сырткары ушул кеңейтилген курамга бул ирет Абдышат атадан Камалидин Ташиев келген экен. Айтор, жаңы сындар бир топ. Да, и хотел бы отметить, превалирующее большинство из Абдышата это тоже радует. Мы знаем, что раньше в соцсетях особенно, да, пару лет назад была очень активна хейтерская позиция по игрокам Дордоя, мол, все игроки Дордоя постоянно вызываются. Но вот, как мы видим, нужно отметить, что в сборную вызываются сильнейшие игроки на текущий момент. Соответственно, сейчас вот эта тенденция игроков Дордоя меняется. Мне кажется, это тоже как бы отличительный знак. Ошондо Дордой базовый клуб болбой калды. Сен дай машинан басып эле айтып кеткен го. Нет, как мне кажется, Дордой базовый клуб и до сих пор им остается, как мне кажется. Но в любом случае, сейчас нужно, конечно, посмотреть на таблицу игр и вообще на количество и качество игр. И поэтому Абдышата, как мне кажется, очень плохо себя проявляет. И, соответственно, игроки Абдышаты попадают. Вызываются в сборную. Биринчи кезекте албетте Абдышата турнирлик тизмеде биринчи орунда бара жатат. Бул жагынан алганда бардык нерсе мыйзам ченемде көрүнүштө. Жана ошондой эле Дордой дагы албетте өнүгүү курсун өзгөрттү. Александр Сергеевич ал жактан баштыруучулук кызматын тапшырып берди. Андыктан ал учурда кандайдыр бир мыйзам ченемдүүлүк бар болчу да. Дал ушул мисалы үчүн улуттук курама командада машыктыруучу болуп туруп, Дордойдо жүргөн учурда кандайдыр бир тактикалык схемаларды ошол жактан эле ал иштеп чыкчу. Азыр ага эч кандай негиз жок. Андан сырткары чындыгында Дордойдун азыркы чемпионаттагы ички чемпионаттагы абалы деле лидерлик позицияда эмес. Андыктан Абдышатанын дал ушул мына Абдышатада көп оюнчулар чакырылганы биринчиден мыйзам ченемдүү, экинчиден ошол эле мезгилде биз жаңы ысымдар тууралуу ошолордон баштасак болот. Мына Бекназ Алмазбеков тууралуу айтыңыздар жана аны менен биргеликте Эрбол Атабаев. Чындыгында көрөрмандар бул экөөсүн өтө көп күттү. Эрбол жөнүндө көрөрмандар дээрлик бир 10 жылдан бери билет. Ошол Барселонага жаңы чакырылгандан бери мына ошол күн келди. Буюрса эми июндун башында жеринен биздин көрөрмандар Эрбол Атабаевдин, Бекназ Алмазбековдун жана башканда бардык азыркы биздин эң күчтүү курамды көрө алат деген ой. Отлично отметили, коллеги. Вот хотелось буквально вот добавить фразы и цитаты из одной известной песни кыргызской насчет Атабаева. Күткөн күн келди. Күткөн күн келди, да? Да. Келди, эми бирок ал мындан ары дагы ушундай кубаныч тартылабы же тартылбайбы убакыт көрсөтөт. Жок, Эрбол Атабаев азыр мына Махачкаланын Динамо клубунда ойноп атат. Алар ФНЛдин экинчи
демек экинчи деңгээлдеги турниринде биринчи орунда келе жатат. Не проигрывают они, кстати. Болгондо дагы старттык курамда чыгып, конокто ойноп, кечээ күнү жаңылбасам жеңишке ээ болду. Азыр алар финалдын өзүнө чыккан турат да. Ербол Атабаевдин азыркы абалы өтө жакшы. Эң керектүү учурда, туура учурда улуттук курама командага чакырылды да. Азыр Азамат ага толгонуп, сөздүн баарын топтоп алып, бир жарлайнып отурат. Да, на самом деле я хотел бы повернуть русло нашей беседы, дорогие друзья, в направлении того, чтобы немножко подискутировать. Мне хочется, чтобы наши передачи были не только позитивными, но и в какой-то мере критическими и конструктивно-критическими. Да? Конечно. Вот. Вы говорите сейчас немножко про Абдышату. Я, честно говоря, не так сильно впечатлен игрой Абдышаты в последнее время, хотя давно мне нравится этот стиль, мне нравится то направление, которое задается руководством этого клуба. Но посмотрите на расширенный состав, не на расширенный, а на состав, который будет приглашен на учебно-тренировочные сборы. Там действительно есть и Христиан Браузман, и Данила Сакирченко. Вот как они играют в чемпионате страны. Я не скажу, что это лидеры всего чемпионата на своих позициях. Да, у нас есть основная большая проблема, это центральные защитники. Да. Все-таки у нас, посмотрите, у нас игроков чисто центрального такой позиции центральный защитник совсем мало. Есть защитники, которые могут играть и с краю, и с центром, но профиль все-таки крайний защитник. Да? Вот. А чистых центральных защитников, чтобы они были такого уровня, к примеру, как Фархад Мусабеков или Мирлан Мурзаев, у нас, к сожалению, нет, при всем моем уважении к нашим членам национальной сборной. Вот это немножко настораживает даже ведущим клубе нашей страны, который сейчас является лидером, да, Абдышата, нету хорошего центрального защитника, который бы был, ну, не знаю, на голову выше всех остальных центральных защитников. Беру чурда Валерий Кичин защитанын лидери болчу, защитанын алдыга сүргөндө Азамат Байматов, Валерий Кичин ушулар лидер болчу. Азыр Валерий Кичин бар, жашы Тамирлан Козубаев өзүп жетилди. Менинче эми ушул борбордук бөлүккө бул оюндарда командалар эми чын айтканда кабылдаган командалар Азиянын күчтүү командалар эмес, Сингапур менен Мьянма. Аларга Тажикстанга каршы сөзүң аралжыда буйурмандарга түшүнүктүү болушу мүмкүн. Тизмен чыгарып эле улуттук курама команда. Биринчи улуттук курама команданын оюнчуларын жаңыртып өтөлү, анда ар бир ушул оюнчуларды бул жерде коргоочулардан баштап ушул окуп койсоңуздар дагы жакшы болот. Ну, вратари начнем. С вратарей, конечно, традиционно Валерий Кашуба дурдой. Ну, понятно, все-таки многоопытный ветеран, лидер раздевалки, который может направить молодых вратарей. Понятно, Калса Кемалиев, Резян Токотаев, Артем Пряткин. Ну, есть ли у вас вопросы по вратарям, уважаемые коллеги? Албетте, Калсбек Акемалиев, эми Калс көрсө таарынбайт болуш керек. Соңку учурда Рахат Жапаровго ордун толуктуруп койду. Кыргыз премьер лигасында бул сезондо мен жаңылышпасам бир дагы ойнотот элек. Бир дагы ойнотот элек. Анан Калсбек Акемалиев да ошол бир дагы ойно ойнобой туруп, анан улуттук курама команда чакырылганы чоң суроо жаратат. Нет, он одну игру последнюю или кубокта. На кубок, да? Кыргыз премьер лигасында. На кубок он играл, да. Кыргыз премьер лигасында ойной элек. Демек, ким бар кыргыз премьер лигасында азыр ойноп жүргөн оюнчуларга токтоло турган болсок, ошол эле Кутман Кадырбеков менен Павел Матяш экөө алмашып чыгат тез-тезден. Ну, я думаю, вратари алги отпали после игры с Каганатом, наверное. Да, согласен. Дордойдо деле Кашуба менен азыр Руслан Амиров алмаш ойноп атышат. Демек, азыраак болсо да мындай оюн практикасы бар. Ну, с другой стороны, по вратарям, как мне кажется, здесь предельно все понятно. Опять же, нужно учитывать, что кроме Ирджана, то есть только Ирджан, по сути, стабильно сейчас играет и пытается закрепиться в своем ролле. Я бы поспорил, наверное. Валерий Кашуба сейчас набрал потрясающую форму. В одном из последних матчей я просто давно не видел такое огромное количество сейвов и хорошей мастерской игры. Да? То есть игра на выходах, игра на линии. Да? Руководил он своей обороны, защитниками руководил. То есть Валерий Кашов в том матче был вообще образцом, да, вратарского искусства. Лично для меня это сейчас два вратаря на этой позиции, которые явно являются лидерами, да, по сравнению немножко с остальными. Анда мындай суроо койсок да, мисалы үчүн азыр 30 оюнчу чакырылбадыбы? Бул окуу машыгуу иш чарасына, анын арасынан дагы жетөөсү кетет. Ошондуктан 4 дарбазачы чакырылды. Ким 23-кө киргенге татыктуу дегенден баштаса болот да. Биринчи талапкер албетте Эржан Токотаев, ал мына биринчи
позицияны кармап турат. Ошол эле мына Азамат Асылбашев кесипчибиз айткандай, Кашуба өтө жакшы, демек экинчи талапкер Кашуба. Үчүнчү да Павел Матяш дайыма ойноп атат, оюн практикасы бар. Тизмеге киргендерден баштасак, мисалы үчүн Валерий Кашуба калыш керек, үчтүктө. Андан сырткары дал ушул Кашуба, мисалы үчүн жөн эле дарбазачы болбостон, азыр мындай мага машыктыруучудай көрүнүп атат да. Дарбазачыларды да машыктырып, мына кесиптешибиз айтканда ошол эле учурда коргоонуу линиясын дагы башкарып, азыр Кашубадай менин оюмча тажрыйбалуу дарбазачы керек. Эгерде старт курамына чыкса, жок, бирок Эржан Токотаев баарыбир деңгээли башка азыр. Эржан Токотаев мисалы үчүн старттык курамда чыкса, ал эми Валерий Кашуба калса, алмашууда даяр болчу. Жок дегенде ушул оюн таласынын сыртында дагы анын таасири болот да. Андан кийин ошондо мына экөө болду. Артём Пряткин менен ошондо Калыс Акмалиев калып атат да. Ошол менин оюмча экөөнүн бирөөсү демек ошол 23 катарына кирбей калышы керек. Менин позициям билбейм. Менин оюмча Артём Пряткиндин келечеги чоң, андыктан аны акырындап көндүрө бериш керек. Артём Пряткин канчалык Калыс Акмалиев мыкты болбосун, бирок кандайдыр деңгээлде учурдагы биздин татыктуу дарбазачылар бар мезгилде, демек келечекти ойлоп жүрүшүбүз керек го деген. С точки зрения на перспективу. Андан сырткары Артём Пряткин буга чейин биздин улуттук кыргыз премьер лигасына чыгып оюн өткөрдү, беттештин мыкты оюнчусу атыкты. Артём Пряткин Казакстанда ойноп, быйыл кайрадан биздин Нефть командабызга кайтып келди. Айтор Пряткинде деле мына жаш болгон менен тажрыйба көп. Кантсе дагы ушул Кыргызстанда келечекте мына азыр өзүнө жар салып жаткан үч дарбазачы бар. Бул билбирчиде Султан Чомоев, анан жаштардан Артём Пряткин бар, анан Эржан Токотаев. Демек дал ушул үч дарбазачы. С другой стороны, в защиту Калыса я отмечу, что Калыс Акмалиев. Жок, Калыс мыкты, талашпайбыз. В отличие от Артёма Пряткина, имеет опыт выступления за национальную сборную. И не раз, как бы. Демек суроо, да? Да. Тут дилемма, конечно. Сложный выбор. Жок, але, деми сен Калысты экөөбүз тааныган үчүн дагы бир аз жан тартыптабыз. Бирок Калыс азыр ачык факт, бул Калыс Акмалиев Рахат Жапаровдон старттык курамды уталбай атпайбы? Да, проигрывает конкуренцию, к сожалению, Рахату Жапарову. Нашему Донаруми, да, можно сказать. Ну, в принципе, предельно понятно. Но я думаю, мы придем к компромиссу, что Валерий Кашуба, Эржан Токотаев и Артём Пряткин, да, то есть, по нашему мнению, тройка вратарей, которые останутся в окончательном списке. А мен артымда турган Кутман Кадырбеков. Ну, впереди еще будут игры. Да, кстати, коллеги, извиняюсь, что перебиваю, есть тут вопросы. Напоминаем нашим зрителям о том, что вы можете задавать вопросы. Конечно же, мы постараемся ответить на самые интересные. Их очень много, мы уже видим. Кроме того, в социальных сетях наших тоже было объявлено, что вы можете задавать вопросы в наших телеграм-каналах. Но сейчас вот мы в эфире на нашем YouTube-канале, и в первую очередь мы готовы отвечать на вопросы, которые будут написаны там. И там как раз написано о нашем одном вратаре, об Антоне Коченкове. Вот пишет Фифер. Да, ФКР, пользователь под таким ником, пишет о том, что жаль, Коченкова нет. Антон Коченков действительно очень хороший, классный вратарь. В свое время у него был большой потенциал, и ждали его в сборную, сколько мне известно, но он сам не захотел выступать со сборной Кыргызстана, потому что это создавало сложности для него в клубе. Он играл и в московском Локомотиве, там, ну, во многих клубах премьер-лиги, до сих пор играет в российской премьер-лиге. Вот. Но сейчас ему уже, по-моему, 30 или больше 30 лет, и сейчас у нас есть хорошая плеяда вратарей, которые имеют не менее перспективу такую, которую он имел в свое время. И поэтому жаль об этом говорить, но у такого классного вратаря время, наверное, уже вызова в сборную прошло. Но, тем не менее, он был классным вратарем. Вопрос закрыт, конечно. Я остаюсь. Сырма айтып кеткен керек. Демек, Коченковтун актуалдуулугу азыр жоголду, да? Ал жоголду. Анан, Адилет, коргоочуларга кыскача токтолобой? Перейдем к защитникам. Бекжан Сагымбаев, уважаемый режиссер, просим также выставить список футболистов. Так, защитники. Бекжан Сагымбаев, Александр Мищенко, Кайрат Изаков, Христиан Браузман, Данила Сакриченко, Камалидин Ташиев, Валерий Кичин, Тамерлан Козубаев. Тут, кстати, еще хотел бы отметить, вперед сразу же, забегая вперед, о том, что здесь по линии защитников тоже есть вопросы у наших телезрителей, в частности. И, конечно же, отметим, что, ну, в принципе, я думаю, все согласятся, Бекжан Сагымбаев, Мищенко, Кайрат Изаков, Христиан Браузман,
ну, подсвечника все предельно ясно. У меня лично вопрос нет. Вручен сурался на Джо Перолла. Да. Телефон соответственно, и тут вопрос про Айзара Ахматова, кстати. Mm-hmm. Про Айзара Ахматова пока что официальной информации нет, но по информации Трансфермаркт, Киджи, да, нашего представителя Трансфермаркта на территории Кыргызстана, у Айзара Ахматова травма ключицы. Пока официального подтверждения нету, но тем не менее, как мне кажется, здесь да, все-таки роль сыграла вот какая-то травма, возможно. Потому что Айзар Ахматов должен был вызываться в любом случае. Он хороший защитник, и в Бангладеше играет стабильно, в принципе, как бы в игровой форме. Ну и четвертым вратарем может быть. Да, это тоже, учитывая историю. Андан Бахтияр Дүйшөбеков жарым коргоочулара чакырылды. Менчо Бахтияр Дүйшөбеков деле коргоочу катары карап, бирок жарым коргоочулара кирип калса керек. Бул жерде коргоочулар боюнча эмнени айта алабыз? Абдышатан 4 негизги коргоочусу чакырылган. Ошол эле учурда, бирок бул Кыргыз Премьер Лигасынын бул жылын алканында Нурбаткен командасынан Ирлан Машарапов өтө жакшы ойно ойнотот, сол коргоочу. Ал эми Нефчиде оң коргоонуда Алмазбек Маликов жакшы ойнотот. Ал ушул коргоочулардагы жок дегенде ушул алдыңкы 30'ка кирген мен үчүн таң калыштуу. Анткени эми албетте Нурбаткен командасы быйыл гана Премьер Лигага чыкты, бирок Ирлан Машарапов көптөн бери ойноп жүргөн оюнчу. Ошондой эле Нефчи командасы быйыл АФК кубогуна мына кардан даярдан турган команда, ал жактан дагы менимче ушул коргоочулар жөнөкөй эмес мыкты оюнчулар жок дегенде ушул Алмазбек Маликов менимче татыктуу дагы болсо керек эле. Сиздердин пикириңиздер кандай коргоочулар боюнча? Жок, анда эгерде алар чакырылса ким чакырбашы керек эле мисалы үчүн? Бул жерде азыр мына коргоочулардын тизмеги өтө кыска. Канча киши турат? Жөн эле кошуп коюш керек эле. 6-8 по сути, 9 даже. 8 да, 8 защитников. 8 киши турат. Эми азыр ушул Батман на каждую позицию. Ар бирине 2-ден. Мисалы үчүн Бекжан Сагынбаев бар. Бирок Бекжан Сагынбаев азыр коргоондо ойногон жок. Чабуулда ойноп атат. Коргонууга кайтканда деле эми кандай ойнойт белгисиз. Анткени быйыл эми өзүңүздөр билгендей мына Дордой эң көп гол киргизген, эң көп гол өткөргөн команда. Эки жактан тең. Демек бул жерден эми Александр Мищенко албетте жаракаттардан улам эми гана оюнга аралашты, аны чакырган туура. Бекжан Сагынбаев боюнча бир аз суроо бар да, азыр башка позицияда ойноп атат. Коргоочу катары чыгып туруп аны коргонууга коюп коюу, оюнчуну эле бир кыйнап койбойбу деген ой бар. Ну, мне кажется, вот по Бекжану Сагынбаеву, коллега, в принципе, я думаю, проблем не будет, потому что Бекжан Сагынбаев давно наигрывается на позиции бегунка, то есть крайнего защитника, поэтому с адаптацией, с какими-то тактическими моментами, мне кажется, у него проблем не должно быть. На кубке он тоже играл латерально. На Урскуп-то Гордко. Ну, это последняя крайняя игра, то есть это только одна игра. Если бы стабильно, системно были бы какие-то проблемы именно на этой позиции, именно у Бекжана, возможно, да. А так, в целом, я вот по Бекжану, честно говоря, проблемы не вижу. Он на кубке играл. И до этого, после тоже много играл, кстати. А Нордан, Кайрат Изаков старт курамда чыгат. Өткөн оюнда Кайрат эмне үчүн чыкпады? Жаракат алып калган Туркияда сбордо. Анан Наурыз кубка келгенде жаракаттан улам оюнга чыкпай калган. А бунусунда Кайрат Изаков менимче сол канатта чыгат болчу керек. Бирок ага карабай баары бир ушул атаандаштыкты мыкты бир туруштук бере турган оюнчулар керек беле деген пикир бар да. Сиздер кандай ойлойсуздар? Жок, менде мындай суроо бар да. Демек чыктырылган коргоочулардын баары 23'тун катарына кирет деген ойдосуңарбы? Да. Жеке мен ошондой ойдомун. Анткени бул жерде 8 гана коргоочу бар, башка кеңейтилген курам жок. Анан ушул Абдышатадан Камалидин Ташиев менен Данила Сакриченконун экөөнү чыкырган. Айрым учурда Камалидин ушул сарайып кагаздарды көбүрөөк топту алып оюнга чыкпай калатат. Ошол себеби бар. А Данила Сакриченко болсо ал дагы стабилдүү оюндарды өткөрбөй калды. Азыр акыркы учурда мына Украинадан келген коргоочу бар. Атын эстетип койсоңуздар ыраазычылык билдирет элем. Каяка келген? Абдышатада ойноп атат, 3-чү номурда. Эмне болду эле ошол? Ошол коргоочу азыр атаандаштыкты жеңип алды, дайыма азыр ойноп атат. Өтө бир керемет, ал дагы сезон башында анча эмес болчу га, бирок сезон жүрүш менен ийгиликтүү ойноп атат да. Демек Абдышатадан 2 борбордук коргоочуну чакыруу бул канчалык деңгээлде ушул? А в принципе выбора нету кого? Если не Данила и не Браузман. Жок, Браузман оң коргоочу, Браузман борбордук эмес. Камалиди менен Данила Сакриченко. Ушул эки оюнчу. Камалидин Ташиев, Данила Сакриченко, мне кажется, проводит очень уверенный сезон, что и Данила, да. Жакшы сезон. Айзар Ахматов по нашей информации пока что травмирован. Других кого? Вот просто, ну, даже вот из тех игроков, которые в списке, да. Не забывайте о том, что
Почему я говорю, что за центральную, за оборону нашей команды, национальной сборной, очень тревожно, потому что даже с учетом того, что всего 8 защитников, скорее всего, все 8 останутся, да, из них двое Мищенко и этот Изаков, это те игроки, которые совсем недавно пришли после травм, да, в чемпионате играют совсем немножко, да, и поэтому еще не вышли на пик своей формы, не могут показать свою лучшую игру. Да, Ербол Атабаев, насколько бы мы его сильно не любили, да, для меня это тоже игрок. Наверное, это вот Бахтияр в самом начале передачи сказал о том, кто для вас вызывает наибольшие эмоции, да, приглашение нового члена команды. Вот я считаю, что Ербол Атабаев лично для меня это самое такое, самая радостная новость для меня, то, что он наконец-то вошел в состав нашей сборной, наконец-то завершили все сложности с получением гражданства, все раздумья, да, играть, не играть, и все сейчас так сложилось, что Ербол в национальной сборной нашей, ну, он ведь тоже, у него был перелом, по-моему, да, стопы, да, он тоже совсем недавно начал играть, и играет вроде бы довольно-таки неплохо, да, и вот все равно тревожен за нашу оборонительную линию, и как есть крайний, вот у нас большой набор, выбор крайних защитников. Крайних, да? Там Ялмаз Маликов есть, да, там, да, вот говорили. Маныбеков есть. Маныбеков есть. А вот центральных защитников вот у нас мало. Вот почему не задать вопрос тренеру национальной сборной нашей, футбольному союзу, КПФЛ, почему мы не, клубы не готовят центральных защитников, начиная там, пускай начиная с Сылбирса готовят. Может быть, еще? Сейчас, да, мисал үшін, азыр Магомед Узденовты ұмытып қалыппыз, жарым қорғаны бөлігінде ойнайды. Мы перейдем по защитникам, когда перейдем, мне кажется. Қорғану қайтам, да, мен қорғану Магомедті шықырса, менінше азырқы тұрандарын бардығынан гем қалбаса, гем қалбайды, ашса-ашады. Стабильді ойны бар, дордойда жүргенде өткен сезонды қандай мықты өткерді, биыл Абдышата да лидер болтады, чындығында мұшыл. Мог играть центрде. Мен кечіріп көрсін, Назыр Дүйшебеков қарағанда Магомед Узденов өте керемет ойнап отырды. Ага. Ну, с другой стороны, Браузман играет в сборной в центральной. Ананы көршілерден сұрап жарал шықтым, Магомед Узденов қырғыздың жараны емес, қазақстандық деп, Қырғызстандың оқып, Қырғызстанда жаш кезінен кеткен, паспорт алғанда, мен ошол 2022 жылдың башында Магомед Узденов расми түрде Қырғызстанның жарандығын алды. Бүгін Әділет Темірланов Магомед Узденовпен де сен байланыштың, ғой? Магомед айтты, мен ойнағанға бардым, ешқандай жарақат жоқ, неге шақырғанын білмеймін деді саған. Да, там вопрос уже больше к тренеру, потому что, в принципе, я связался с Магомедом Узденовым, и, в принципе, мы обсудили ситуацию. Он лично пока не в курсе, по какой причине он не попал, но, в принципе, в будущем он должен сыграть, в любом случае. Ну, наверное, на это были свои какие-то причины, но со стороны игрока каких-то других проблем не было. То есть у него нету травмы, у него нету каких-то обстоятельств и других проблем. А вот касательно вот насчет защитников, мне кажется, это проблема всего нашего футбола. И адресовать нужно, мне кажется, всем клубам, всему нашему футболу, почему у нас проблемы. Потому что это все, это работа, которая должна вестись именно с академии. Она ведется, я уверен, и в Вильбирсе тоже сейчас. Если раньше у нас как, то есть в системе детского и юношеского футбола готовили, условно скажем, то есть игрок вырастал и типа уже когда уже более зрелым становился, то есть тогда он выбирал позицию. То есть сейчас, насколько мне известно, техническим отделом, да, КФС вроде разработана стратегия и вроде как успешно внедряется, что вот прям хотят вот с самого начала уже по позициям готовить. Ну, на это, конечно, нужно время. А так проблема с защитником, согласен. Да, вот быстренько полузащитникам перейдем. Здесь очень много вопросов. Полузащитники. Кстати, интересный факт, хотел бы отметить. Кроме Мирлана Мурзаева, который только недавно в Алге, ни одного игрока из Алги нету. Из большой пятерки вызваны 4. Алга был, это берет. Да, конечно. Это просто интересный факт. Арлаштартан провальный сезон открытат. Согласен. Но с другой стороны, мы же привыкли, что есть 5 клубов, большая пятерка, да, кыргызского футбола. Дордой, Алай, Нефчи, Абдышата и Алга. Жо, анан, сөзің білген үшін кечірім сұрайым. Бұл ақырқы шақырылған ойыншылардан көбі шет өлкеден. Да. Армениядан, Белоруссиядан, Орусиядан, Түркиядан бар, Өзбекстандан, Қазақстандан, Малайзиядан бар, Гонконгтан бар. Әйтеуір көпшілігін басқа жақтан келген біздің легионер ойыншыларымыз толықтап қалды. Бұл қуандырады. Согласен. Айрықша жарым қорғау. Да, в особенности, ну, в полузащите у нас всегда не было проблем. У нас вообще никогда не было. Никогда. У нас проблемы с защитниками. Что, 2012 жылдар болған?
Ну, это как бы... Не, самое интересное, что и молодых много, да? Да, и молодых тоже много. Это радует. У нас всегда были проблемы с вратарями, защитниками, нападающими. Полузащитники. Труслан Рустамов, Невчи, Азимазаров, Абай Бакалеев, Мурали Махмедов, Бахтияр Дюшебеков, Виктор Майер. Очень рад видеть Виктора. Надеюсь, мы увидим его на матче. Уже, по-моему, прошло около 3 лет. 2, если не ошибаюсь. Mm-hmm. Николай Давыдов, о котором мы говорили в начале программы. Кайрат Джалбекулу, ну, предельно понятно. Фархат Мусабеков, тоже, в принципе, понятно. Мирбек Ахматалиев, Алимардон Шукуров, Гульджигит Алукулов, Адилджон Абдрахманов, Эрбол Атабаев и Бекназ Алмазбеков. Последние две фамилии сейчас очень сильно интересуют наших телезрителей и коллеги. Я бы хотел бы предложить именно начать именно не с самого начала, а именно с конца про Эрбола и Бекназа. Жок, азырмынал валю. Биз ушул ким ашыкчале ошону сүйлөшөлү. Анан Адилет Каныбеков бул сезондо өтө керемет оюндарды өткөрүп атат. Өткөн сезондо дагы керемет оюндарды өткөрүп атат. Анан Адилет Каныбеков менен байланышка чыгып, анан сурап көрөлү. Да, согласен. Ал просто тизмеге кирбей алды. Да. Об этом, ну, я просто про тех, кто вызван, хотел просто. Ал күтүп атабы? Эгер де звонокту күтүп атсаң, да. Ооба, Адилет Каныбековго биз байланышка чыгып койсок болот азыр. Мен Адилет Каныбековго анда байланышка чыгайын. Чындыгында ушул таланттуу оюнчу Адилет Каныбеков өзүңүздөр билгендей. До этого просто я хотел бы отметить для наших телезрителей. Вот, так, у нас есть телезритель, который, вот, ну, возможно, не в курсе. Эрбол Атабаев и Бекназ Алмазбеков. Очень примечательно, что оба, ну, только недавно начали призываться и становиться кандидатами в сборную. И вот много времени прошло. Алло, Адилет, саламатсызбы. Я Кыргыз спорттук телеканалынан жалпыбыз, топ-шоу берүүсүнөн. Сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп бизге маек куруп жатканыңызга. Анан суроо, биз сиздин ушул көйлөк көрмөндөр, улуттук курама команданын акыркы окуу машыгууларынан күткөнбүз. Анан сиз өзүңүз чакырылбай калганыңызды эмне менен байланыштырасыз? Анан жалпы эле быйылкы Кыргыз Премьер Лигасындагы Нефчи командасы кандай сезон өткөрүп атат ойлосуз? Анткени бүгүн биринчи айлампа жыйынтыкталды. Сиз биринчи айлампага кандай жыйынтык чечим чыгарат элеңиз? Азыр биз машыгууларды баштадык. Премьер Лигада болсо жакшы эле кетип атканбыз. Азыр пауза болуп калды. Буюрса Африкадан кийин кайра эле улантабыз. Ушундай эле. Кстати, Адилет, вот такой вопрос и вот про сборную. Опять же, Адилет, есть ли какие-то причины с твоей стороны, по которым тебя могли не вызвать? Возможно, травма, какой-то дискомфорт или какие-то обстоятельства, которые помешали тебе вызваться? Нет, таких случаев вообще нет. Думаю, это от тренера только зависит. Он так решил, значит, так получилось. Вот. А вообще, Адилет, это Азамат Асылбашев. Я хочу вас спросить о том, прежде чем тренер национальной сборной вызывает игроков на сбор, объявляет список какой-то, тренер обычно разговаривает с игроками, возможно, лично, возможно, по телефону. С вами вообще контактировал кто-нибудь из тренерского штаба, что-нибудь спрашивал, состояние, самочувствие, там, не знаю, планы, ваши возможности играть на разных позициях, там, что-то еще вот в таком плане? Да, нам вышли люди из федерации, сказали, что ничего страшного, в этот раз не попали, в следующий раз все будет. И сказали то, что все равно готовится на старте, чтобы мы были, потому что игроки могут получить травму, из-за этого могут вызвать. Хорошо, спасибо. Анан Адилетке да бир суроо, сиз буга чейин Бешикташтын академиясында жүргөнсүз. Анан Автанил Дүйшөев менен дагы байланышыңыз бар, ушул жазып жүргөнүңүз айтылып калат да. Анан жеке автанды менен аз сүйлөшүп турасызбы? Ооба, биз сүйлөшүп турабыз, байланышыбыз бар. Автандилдин улуттук курама командага келем деген пландары барбы, же мындан ары Түркияда калам деген ойлору барбы? Бир жалпы кыргыз футболуна, кыргыз футболуна бир маалымат катары айта кетпейсизби, досу катары, агасы катары? Эми албатта
Демек, бизден ушел автонилиге тийиштүү байланыштар барган жок, тийиштүү маалыматтар жок, э? Аракет биз тараптан керек экен. Сизге чоң рахмат. Алдыда ушул АФК Кубогу бар, ал жакта сөз турду ийгилик жаратып, анан аз бизди кубантас деп ишенели, анысында буга чейин бизди эки тур катары менен кооз голдор менен кубанттыңыз. Дал ошондой кооз голдорду ушул кайрадан Кыргыз Премьер Лигасы жандангандан кийин күтөбүз. Чоң рахмат. Отлично, очень, как мне кажется, очень продуктивная беседа была, на мой взгляд. Можно, мы думаем, как и наши телезрители, в целом мы получили исчерпывающие ответы. Эфирдин башында ты жарым сааттан кийин чалабыз деген ошол үчүн эмелеп атпайм жана. Да. Эрболат Абаев, да. Бекназ тууралуу сүйлөшкөнгө чейин депчи. Эми Карлас Кожа Адилет тууралуу кыскача сүйлөшөйүн. Адилет тууралуу мындай жагдайда Адилет бул сезондо мына Нефчинин бардык оюндарында стабилдүү чыгып атат. Коргонууга да түшөт, коргонуудан чабуулду баштап берип атат, жарым корго чыгат, ара оңдон, солдон өзү гол киргизип атат. Мыкты сезон өткөрүп атат. Чындыгында эми биздин да Нефчиге өткөн жылы келди. Бирок быйылкы сезондо өзгөчө ойноп атат. Анан мени суроо жараган, мен да жеке менде суроо жараган нерсе бул Азимазаров Дордойго барды. Чындыгында өткөн сезондо ал да жакшы ойногон. А бирок бул сезондо Дордойдо кээде старттык курамдан чыкпай калат, кээде алмашка чыгып атат, кээде алмашка кетип калат. Анан стабилдүү ойноп аткан оюнчу турса, аны чакырбай башка оюнчулар чакырганга эмне себеп деп ойлойсуздар? Ну, знаете, про Азимазарова у меня есть такое мнение. Про него и главный тренер говорил, и от физиотерапевта тоже слышал, что у Азимазарова есть такая вот врожденная функция, то есть способность организма, он быстро восстанавливается. Возможно, он не всегда сейчас выходит, возможно, сейчас у него сезон более-менее такой скомканный, в отличие от прошлого, но, тем не менее, вот эта способность быстро восстанавливаться и, в принципе, его физическая форма, возможно, все-таки удовлетворяет тренерский штаб. Я вот предполагаю именно в таком ключе, да и, в принципе, Азимазаров уже как бы себя показал, то есть у него коленки не дрожат, он опытный как бы уже в международных матчах, и, в принципе, думаю, Азимазаров может себя показать. Но не факт, что он попадет в окончательный список. Все будет ясно по результату ТС. Как бы. Я сказать ничего не могу, потому что по Азимазарову лично у меня было, не знаю, восторг был от его игры в прошлом сезоне, а в этом сезоне совсем этого нету. Для меня Азимазаров сейчас человек, который несколько растерял свои, весь свой потенциал, и который никак, да, пока никак не может выйти на прежний свой уровень, хотя бы прошлогодний. Ошол эле Эдгар Бернхардчук улуттук курама команданын бул сезондо ошол алган айтып өтпөдүм адилет. Жеке менин пикиримде мына Эдгар Бернхард дагы өтө керемет оюндарды өткөрүп атат. Болгону азыр ошол мэрия кечирээк каржылап, мэрия көңүл бөлбөгөн алга барып калды. Мындай олку солку болуп аткан алгагачы. Эгер алга өткөн сезондогудай Эдгар Бернхард ал жакта жүргөндө команда быйыл бир 10 упай айырмачылык менен алда баратат болуш керек эле башка командалардан. Жеке дал ушул Эдгар Бернхардтын дагы чакырылбай калган суроо жатат. Албетте эми жашы улуураак, а бирок оюну, анын тажрыйбасы, анын мындай бир команданы алдыга сүйрөгөн духу өзгөчө болчу. Ну, знаете, про Бернхарда есть тоже информация инсайдерская такая. Из собственных источников стало известно, что Бернхард в скором времени приезжает в Германию. Мы знаем, что в последнее время Эдгар Бернхард жил на территории Кыргызстана, в Бишкеке в частности, и очень много в последний сезон играл и как бы за наши местные клубы. И сейчас он собирается переезжать в Германию. Возможно, не вызов связан именно, опять же, со спадом Алги. В целом сейчас у Эдгарда Бернхарда какие-то, возможно, обстоятельства. Но в любом случае, мне кажется, в дальнейшем Бернхард будет вызываться. Потому что я не устаю повторять, что Эдгар Бернхард – это тот человек, который очень ответственно и профессионально по-европейски подходит именно к личному физическому состоянию. У меня по нему сложилось очень хорошее впечатление в этом сезоне. Наоборот, да, у Азимазарова хороший прошлый сезон, для меня лично, да, а этот сезон немного не совсем его. А у Бернхарда, наоборот, в прошлом сезоне он был не так сильно заметен, зато в этом сезоне, когда он выходит в Алге, вот часто он выходит во втором тайме, или когда нужно поменять ситуацию, да, там, в неудачно складывающиеся матчи, вот выход там Мурзаева, Бернхарда и Землянухина меняет все.
Вот я смотрю и радуюсь за эту тройку. Вроде бы уже не вызывается сборную, да? Уже там какие-то разговоры ходят, что они уже не нужны сборной, или они уже там перешли какой-то некий критический возраст. Но смотришь на их игру и на то, как они меняют, да, все в матче, и сразу становится так тепло на душе. И в особенности вот Бернхард играет в Алге вот в тех матчах, где они переломили ситуацию. Сейчас не буду вспоминать долго это. Несколько матчей есть, да? Ну вот Бернхард действовал очень умно, да? Вот то, что требуется да, от человека, который является частью оси центральной, да, то, как команда забирает мяч, и то потом, как она выходит из обороны в атаку, Бернхард управлял к своей команде на очень высоком уровне. Вот лично для меня, вот, когда вживую смотришь на стадионе, вот игра Бернхарда вообще была в этом сезоне очень-очень хорошая. Я, честно говоря, я удивлен, что он не вызывается в сборную. Но, видимо, вот есть информация инсайдерская. Может быть, действительно, у игрока есть желание больше подумать немножко о будущем, которое наступит уже вот-вот после завершения карьеры. Чакрылбаган очень готов откин. Ну вот, я не знаю почему. Вот мне игра Бернхарда нравится. Я считаю, что в центре, вот рядом с ним Азимазаров, вот, к примеру, да, вот Бернхард, я был на 100% уверен был, поставил бы Азимазарова на место. Вот работай, братишка, вот так вот делай. Это не делай, а это делай. И мне кажется, Азимазаров бы обрел бы второе дыхание, потому что всегда дарование, юные, рядом с мастерами опытными, они быстрее растут. Но с другой стороны, конечно, согласен полностью с вами, коллега, что Эдгар Бернхард это все-таки величина. Это все-таки, ну, для меня лично Эдгар Бернхард один из таких звездных таких игроков. Я лично его очень уважаю, очень, и как человек он очень крутой. Но с другой стороны, у Эдгар Бернхарда есть очень высокая конкуренция. Это Адылжан Абдурахманов, да, мы буквально недавно видели, как он набрал, да, на матчах Норускап, да, как коллега, считаете? Норускапта Муралим Ахмедов Алмашева чықты. Иштенкен өзгөрткен жоқ, үшінші голды өткөрді. А ортан Эдгар Бернхард чықса Алмашева. Ну, возможно, да. Но в целом я к тому, то, что у Эдгара Бернхарда есть уже ближайшие преследователи, и это радует, что я Адылжан Абдурахманов, да? А жок, кечерез Муралимес, Ахлидин Исраилов. Кечерем сұрайым, Муралимес, Ахлидин Исраилов алмашу ачқан, ойынды талқылап берді, а Норна Эдгар Бернхард. Но мы сейчас говорим о опорной зоне больше, как мне кажется. Есть вот сейчас есть Дюшебеков, который издавна играет в опорной зоне, есть Адылжан Абдурахманов, и есть Магомед Узденов и Бернхард. У нас уже 4 игрока в опорной зоне, которые могут именно целенаправленно играть в опорной зоне. Азимазаров. И Азимазаров тоже, да. 5. Это же круто. Раньше было только трое. Дюшебеков, Павел Сидоренко и Бернхард. Не, на самом деле опорников в нашей лиге чего-чего. Да, опорников много. Очень много. Прям очень много. Я именно калибр можно сборной. Да. Там-то, мне кажется, и Сарыкбаев, там, не знаю, этот еще. Сыдыков, Азиз. Много опорников у нас. Адилет Каныбеков тоже, да, вот с которым мы сейчас разговаривали. Их много на самом деле. Эрбол Атабаев опорный. Эрбол, да. Он, наверное, не опорник, он центральный полузащитник и атакующий полузащитник. Но может играть в опорный. Может играть. В общем-то он больше, да, вот в опорный. Лучшие качества у него, конечно, впереди. Демекс Роджер, Алаттами ушел от Тузовичу Нарафнан. Дальше 23 ойынчының қатарына жарым қорғаушылардан кірбей қалады да. Демек ки қорғаушылар ансыз деле саны аз болса, дарбазачылардан біреу эле кетет. Ошондо кимдер негизги талапкер кірбей қалғанга 23-кө? Да, вот, кстати, хотел бы быструю калькуляцию провести. 3 вратаря должны быть. Азамат Асылбашев кесте шизать, мисалы үчүн Азимазаров, азыр кимди айттым да, ошол мисалы үчүн кірбей алганга Бернхард. Бернхард, демек, бірінші талапкер. Я считаю, вот... Адилет Каныбеков. Адилет Каныбеков. Адилет Каныбеков. Да. Номер бірінші талапкер. Жоқ, 23-тің арасына кірбей қалған. То есть, в окончательный список. Эдгар жоқта азыр бұл жақта. Да, но могут его же вызвать. Адилет мен Эдгарды айтып, то есть, бияққа келген емес, бұл жақтан кеткенге кімдер талапкер. Из этого списка нужно вот учесть, что 3 вратаря, то есть в окончательно пойдут 8 защитников, то есть 11, в любом случае 3 нападающих. То есть 14, 23 минус 14, то есть 9 полузащитников должны быть вызваны. А здесь у нас... Да. А здесь общее количество, которое сейчас в расширенном, то есть на УТС вызывается 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Из 15 шестерых не вызовут. ФНЛ екі бар. ФНЛ екіде Ербол Атабаевты келет деп күтіпаусыз, бірақ ал жақта турнир азыр жиынтықлай болуш керек емес. Да, согласен. Ербол ошол маанилүү ойындарда мен қалып, Кыргызстандын ұлттық құрама командасының бұл ойындар емес, кейінгісіне келем деші мүмкін.
Возможно. Бул Атабаев өзүнүн себебинен келбей калышы ыктымал. Ошондой эле Бекназ Алмазбеков азыр жаш ойунчу. Жөн эле сен божомол. Ооба, Галатасарайга жаңы-жаңыда мына ийлешип баштады. Анан Бекназ айтыш ыктымал, мен эми Галатасарайдын негизги командасына кошулуп калышым керек. Мага азыр мүмкүнчүлүк берип турган, мен ошол жактан жабышып калып калайын. Анан мен Галатасарайдын негизги командасына ойногондон кийин анан биздин улуттук курама командамдай жүзүм жарык барам депчи. Азыр эми келсе Галатасарайдын 19 жашка чейинки командасында ойноп жүрөт да, анан ар кандай суроолор жагалышы ыктымал, өзү дагы ыңгайсыз болушу ыктымал. Балким Бекназ дал ошол Галатасарайдын негизги командасына дебют жасагандан кийин гана улуттук курама командага келиши мүмкүн. Азыр жок, эми башкыртуучу тарапта ушундай позиция болобу? Алардын абалын карап макул деп. Же болсо келдейт, келсе келиши керек, келбесе келбеш керек дегенде. Нет, там ситуация такая, что если федерация запрашивает, посылает запрос, чтобы он прибыл в выделенные дни, да, есть определенные даты FIFA. Мы сейчас про какую лигу говорим конкретно? Про Галатасарай, да? То есть про турецкую. Да. ФНЛ не подчиняется датам FIFA. Жок, алардын деле бир туру калды, алар бүтөт жакындачы. Они должны... Балатабаевтин командасы. Это же FIFA, это тут неважно, какая Азия, Европа, вы это имеете в виду, да? Все лиги международные, которые входят в Международную федерацию футбола, обязаны подчиняться тому, что есть и даты FIFA, когда проводят игры сборной, неважно, товарищеский матч или какие-то отборочные матчи турнира какого-то, или вообще чемпионат Азии, чемпионат Европы, чемпионат мира. Они обязаны вызывать, они обязаны отпускать игроков. Если, ну, тут дело хитрое, да, тем более, если говорить о турецких клубах, то там, скорее всего, может быть, просто тренерский штаб клуба может дать понять действительно нашему игроку о том, что нежелательно его, чтобы он ездил на матчи сборной, но это официально они не могут отказать. Да? Да. И здесь уже Бекназ Алмазбеков действительно он может уже подумать, что о какой карьере дальше больше, в какую сторону развиваться, или как член национальной сборной, да, или как игрок Галатасарая строить свою личную карьеру. Это, конечно, вот такой большой вопрос. Жок, ушундай бир ойду айтты да, Бахтерчи. Азыр ошол экөөсү ушундай себептер менен келбей калышы мүмкүн дейт да. Бирок менин оюм кандай, менин пикирим. Чакырды демек келиш керек да. Бул жакта андай маселе болбош керек. Мейли аны кое туралы, муну кое туралы депчи. Бул жакта улуттук курама команда азыр эң жооптуу беттештерди өткөргөн тапта. Да. Жана кандайдыр бир деңгээлде бизде кепилдик жок. Биз сөзсүз түрдө ушул Азия Кубогуна чыгабыз дегенчи. Биз биринчи орунду алган күндө гана сөзсүз түрдө чыгабыз. Экинчи орунду алып калсак, ал жакта бардык нерсе бизден көз каранды болбой калат. Мындай учурда албетте машыктыруучулар тобу кимди кааласа ошону чакырганга аракет кылат да. Анан мисалы үчүн мейли ал ФНЛдин маселесин бүтүрүп алсын, Бекназ Түркиядагы өзүнүн абалын оңдоп алсын дегенчи. Мен эгерде ошентип ойлосо, ал туура эмес болуп калат да. Полностью согласен с коллегой. Вот я вот хотел бы подытожить эту мысль о том, что все-таки ставки высоки. Это все-таки отборочный раунд Кубка Азии. Мы должны обязательно попасть на финальную часть Кубка Азии. Поэтому мы не должны мыслить категориями. Конечно, федерация будет всячески, если какие-то будут проблемы, оперативно ее решать. Но с другой стороны, нужно понимать. И об этом, кстати, Александр Сергеевич сам тоже говорил, что да, сейчас на Кубок Нурус, там в Узбекистан мы вызываем определенных игроков. Но в июне, он говорил, в мае мы, короче, уже будем требовать. То есть это так и должно быть, потому что это очень важные игры впереди. И, как мне кажется... Азет, ну дай, Кыргызстан Азиан тандоо туруна барганда, экинчи команда болуп барган. Биринчиде Япония, андан кийин Кыргызстан, экинчи тизмекте турган. Но не факт, что мы и со вторым будем попадем. Кыргызстан, эгерде өзүнүн тапшырмасын чечсе, анда ошол Монголиядан утулбай, Тажикстандан Бишкекте утулбай эле чечип коюш керек эле. Биз мынтип эми орой тилде айтканда самтырап экинчи тандоо туруна калбашыбыз керек болчу. Ошол жактан түз чыгышыбыз керек болчу Азиягачы. Общая идея в чем? Батпакты басып алдык, мындан ары басып берели деген турасың. Базыр батпакты. Андай деген болбош керек. Да, идея. Ал жакта болбой калды. Ты хочешь сказать, что мы в любом случае должны личную карьеру игроков ставить превыше задач сборной? Мне кажется, так неправильно. Потому что в первую очередь это сборная, в первую очередь это Кубок Азии. Конечно, очень важно, чтобы игрок тоже строил в своей родной команде свою карьеру. Мисалы, андан мына Азамат Пайматов тал, эгер биз оюнчулардын карьерасын улуттук курама команданын Азамат Пайматов коргоного татыктуу оюнчу.
Нига чакырбайт аны? Ну а где он сейчас играет? Вот отвечу на те же вопросы. Ахли Денис Райлов как-то ойнады ле Кристинаны чакырып жүргөндө. Ахли Денис Райлов бир жылдай клубу жок, бирок улуттук курама командага чакырылып жүргөн. Азамат Байматов сам же завершил карьеру. Официально. Жок, ал эми ачылуктан жинегенде. Это другая. То есть, если бы по Азамату Байматову было бы он хотел, но были бы какие-то проблемы, если бы не то да. А тут уже там у него другая ситуация другая. А мы сейчас говорим именно о тех, вот, о том же Атабаеве, о Бигназе. Согласен, если будет какая-то проблема, как в прошлый раз с Бигназом, да, когда в последний момент турецкая сторона приостановила вызов, мотивируя тем, что ну, как бы опоздали вовремя. Это искусственная, я считаю, проблема, то таких не должно быть. И мне кажется, руководство и тренерский штаб должны предусмотреть все эти факты. И всех нужных игроков нужно доставить и вызвать. Жоо, мен көрөрмандарга айтып койгум келет, бул жерде Эрбол Атабаев, Бекназ Алмазбековтордун эч кандай күнөөсү жок. Биз азыр жок нерсени эле сүйлөшүп атабыз чындап келгенде. Ушундай болуп туруп мүмкүн. Анын негизинде келбей калышы мүмкүн деген биз алдын ала божомолду гана айтып атабыз да. Ошондуктан бул жакта биздин ушул өсүп келе жаткан жана азыр өтө жакшы деңгээлге чыгып калган улуттук курама командабыздын оюнчуларына кандайдыр бир шек кетпеши керек, урматтуу көрөрмандар. Биз антип ойлогонго, андай пикир жаратканга негизи укугубуз жок. Биринчиден анан менин сурайын дегеним эмне болчу? Ушул укугубуз жок эмес? Эми маселе мындай да, Эркин Абдулаев, Эркин Сатарович дейчи. Эркин Сатарович, кеп мындай. Мисалы үчүн биздин футбол федерациябыз кечээ же бүгүн пайда болгон жок. ФИФАнын талаптарын баарын билет. Эгерде Эрбол кечиресиңер Бекназ Алмазбековду алып келгиси келсе Наурыз клубка алып келмек. Алар эми ФИФАнын датасынан кийинирээк чыгып калды. Бул эми кече пайда болгон мекеме эмес да. Бул мекеме илгертен бар талаптарды билет, аткарат дегендейчи. Эми азыр деле ушундай бир шылтоо айтып коюш ыктымал алар келбей атат. Бул ыктымал гана. Биз мындай так баса белгилеп, мындай факт катар айта алабыз да. Ошол биз ыктымалдуулук тууралуу гана сүйлөшүп атабыз. Анан Наурыз клуб бул эми возможность расмий беттеш эмес болчу. Азыр чындыгында жооптуу учур болгондуктан баардыгы улуттук курама командага көзү жанып мен келем деп турушу керек да. И мне кажется, так и есть. Менин оюмча ошондой. Эми ошондон биринчиден үмүт кылалы жана экинчиден ошондой деп ишенели. Эми мен сурайын дегенимде болчу да. Айрыкча ушул жарым коргоочулардын арасынан, демек, арасынан 23 оюнчунун катарына бир топ, демек, талапкерлер кирбей калат да. 6, если быть точным, ориентировочно. Ошолор кимдер? Да. Кимдер? Методом исключения. Дарбазадан Калысбек Акималиев, жарым коргоонудан Азим Азаров, кайсыл бир деңгээлде Абай Бөкөлиев тоорсок болот. Анткени Абай Бөкөлиев мындай өтө ийгиликтүү сезон өткөрүп атат. Абай Бөкөлиев караганда Гүлжигит Бөрбаев мыкты ойноду. Коллега, Бахтияр, мы изначально трех вратарей выбрали, 8 защитников, 11 плюс 3. Ошондон чей там, Калысбек Акималиев, Азим Азаров деп четтен эсептелген 6 оюнчу чыгарышыбыз керек. Абай Бөкөлиевди кошсок болот. Анан буга чейин айтып өткөндөй эле эми баардык башка чет өлкөдө жүргөн оюнчуларды четтен күтөбүз. Анан Бекназдыкын ошол мен айткан себептер менен келбей калыш ыктымал. Бекназ Алмазбековду кошуп турайын эми, бирок келишин күтөм. Чындыгында мен өтө кубантам Бекназдын. Жок, биз оюндун сапатына карап айтпайбы жана келиши мүмкүн, келбеши мүмкүн. Николай Давыдов. Николай Давыдов келбей калышы толугу менен эмне себептен? Буга чейин да Николай Давыдовдун кеңейтилген тизмеге кирди, бирок Наурыз клубунун оюнун көргөн жокпуз. Алмаз Маликов менен Николай Давыдовдун тагдыры окшош. Экөтүн чакырылат, бирок бир дагы оюнга чыга элек. Ну, пока что. Даудов бул тандоо турунда келбей калышы ыктымал. Азыр жөн эле анын аты ысымы кошулуп жүрөт. Анткени ал Даудов ушул Германияда жүрүп бир аз мотивация алсын, өзүнүн аты бар экенин көрсүн деп. Николай Даудовду дагы көрбөй калышыбыз толугу менен ыктымал. Анан кечиресин тизмекти алсам болобу сенден ответ? Да. Бул жерде анан Бахтияр Дүйшөбековду мен кайсыл бир деңгээлде ушул келбей калыш ыктымал да толукчу. Анткени Бахтияр Дүйшөбеков да өзүңүздөр билгендей ушул Өзбекстанда Наурыз клубунда жаракат алды, андан кийин ушул Алайда чыгып кээде чыгып калтат, кээде чыкпай калтат, соңку оюндарда коргоочу болуп ойноп атат. Анан Дүйшөбеков дагы албетте таланттуу оюнчу, Кыргызстандын улуттук курама командасына керектүү голдорду киргизип жүргөн оюнчу, бирок дал ушул беттеште чыкырбай коюшту толук мүмкүн да, Алайдын турнирдеги тизмектеги ордун карап туруп. Ал эми бул жерден ушул Эрбол Атабаев кандай гана учур болбосун сөз түрдө келет болуш керек. Анткени азыр Эрбол Атабаев Кыргызстанда ушул бир медиа тарабында, медиа айдыңында пайда болуп келаткан ысым. Буну чакырбай койсо бир чоң кандайдыр бир түшүнбөстүк жаралышы ыктымал. Андыктан
Ербол Атабаев сөз түрдө келет, анан коомдук пикир Кыргызстанда өтө жакшы деңгээлде. Муну мен сыймыктансам болот. Ооба, коомдук пикир өтө курч, андыктан Ербол келет болуш керек, анан ошол Даудов, Бекназ Алмазбеков, Абай Бөкөлеев, Азим Азаров, анан 5-6-5-чиси калыс болсо 6-чысын айта албайм. 6-чысын силер айтып көргүлө. 6 полузащитников именно. Жок, анда мындай суроо берейин да, кайрадачы. Жок, жарым коргоочулар боюнча анда кимдер сөзсүз түрдө 23 катарына кирет жарым коргоочулардан? Адылжан Абдрахманов сөзсүз түрдө кирет. Айнурдан Шүкүров кирет. Казакстанда жүргөн Фархат Кайрат сөзсүз түрдө кирет. Гүлжигит сөзсүз түрдө кирет. Андан сырткары мушул кирбей калган Элдар Молдожунусовчо, Турсунали Рустамов эки көнбүрөсү кетиши ыктымал деп турам мен божомол деупчу. Анткени карасаңыздар, мына Турсунали деле Элдар Молдожунусов деле жакшы сезон өткөртөт. Бирок ошол бирөөнү четтетүүгө келгенде Турсунали Рустамов мына көптөн бери ойноп жүргөн оюнчу, андыктан ситуация заключается в том, что мы когда вот убрали одного вратаря, у нас три защитника, то есть три вратаря по-любому будут вызывать. Восемь защитников и так вызовут, трех нападающих в любом случае вызовут. То есть Молдожунусов, Тобиш, Эрнис Батырханов и Мурзаев, да. Из защитников только шестерых уберут. Чалчы катары Гүлжигитти да чакырып койчу мүмкүн алдыга. Ну, возможно, но мне кажется, здесь Эльдар Молдожунусов, Эрнис Батырханов, Эмирлан Музаев, все здесь логично. Мне кажется, всех троих вызовут. Гүлжигитти борбордук чалчы катары бы? Жок, чалчы катары тизмеге кошпот, бирок Эмирлан менен Эрниске басым жасай берет. Бул жерден маселе өтө эле жарым коргоочу менен чалчы да маселе өтө эле чоң эмес. Принципиалдуу эмес бир жагынан алганда. Өтө эле принципиалдуу эмес, эми тизмеге чалчы катары киргизип коет да, кийин жарым коргоочу катары ойнотот. Да. И, коллеги, у меня вопрос по полузащитникам. Про Атая Джумашева мы не поговорили. Мне кажется, и Азамат Беги тоже как бы согласится со мной. Для всех нас стала загадка Атай Джумашев. Почему Атай Джумашев? Он, да, кстати, был в расширенном списке, и был Гульджигит Берубаев. Кстати, про Гульджигита тоже здесь в комментариях наши телезрители спрашивали. Для меня тоже загадка. Но, с другой стороны, как мне кажется, уважаемые телезрители, нужно помнить, что этот список не окончательный. То есть, по результатам УТС многие игроки могут вернуться, довызваны, либо наоборот уйдут из списка, то есть, возможно, и Джумашева, и Бирюбаева зовут. То есть, все может быть. Но, конечно, для меня тоже лично очень интересно, почему Атай Джумашев вроде неплохой сезон проводит пока что. Ваше мнение? Мое мнение такое, что жалко жарым коргоочулар боюнча. Да, потому что тренер ставит игру команде. У него есть свое видение, насколько защитников играет. Три центральных защитника, два, к примеру, и сколько полузащитников будет у него в центральной зоне и на краях. И в зависимости от этого тренер сам выбирает себе игроков, подходящих, во-первых, под тактическую расстановку, схему, во-вторых, под игру, какая будет игра, в мелкий пас. Ну, я слишком утрированно, может, да, говорю. Плюс еще физподготовка. Да. Что он собирается конкретно в матче с Сингапуром, в матче с Мьянмой, что он будет играть, и с Таджикистаном, как будет играть. На контратаках где-то. Где-то по левому краю нужно больше, выше подниматься. Или наоборот, по правому краю нужно ниже опускаться, да, то есть связка крайнего защитника, полузащитника должна быть более оборонительная, да. Здесь много таких факторов, исходя из которых тренер определяет состав на игру, и мне кажется, выбирать полузащитников просто потому, как они себя проявили в чемпионате, не совсем верно, да, надо смотреть по позиции, ну, как минимум, вот была хорошая мысль, что на каждую позицию по два игрока. Вот в этом случае, да, я согласен, что надо смотреть, кто из игроков более универсальный, да, может занять несколько конкретно позиций. Конкретно на какой-то позиции. Да, и кто вот на конкретной позиции прям вообще авторитет непреклонен. Ну, взять того же Кичина, да, к примеру, или там, или взять Гульджигита Налыкулова, к примеру, или Мардона Шукурова, или Мурзаева. Это те, которые будут играть при любой тактической расстановке, при любом тактическом рисунке, да. А вот все остальное, все остальные игроки, они будут, конечно, подбираться тренером в зависимости от того, что он видит, какую игру он видит в матче с этим соперником, со вторым и с третьим. Вот такая у меня мысль. Что, мисалы без акта ушел на Орскую тавали ойндар давала. Биринчи бетте что Өзбекстандан утулдук, экинчиде Тажикстандан. Анан биз ойлогондой беттеш болбод да. Бирок алдыда эми атандаш Өзбекстандай күчтүү эмес. Бирок кайсыл бир деңгээлде мына ишенип турду айтсак болот. Кыргызстан эми Азия Кубогуна сөзсүз түрдө чыгат, Кудайым буюрса. Анткени баштагыдай 16 команда эмес, 24 командага көбөйтүп койгон, сүдүрөлүп болсо дагы чыгып кетебиз. А бирок бул жерде эми ошол бардык таатыктуу оюнчуларды чакырганда да кепчи. Анткени албетте талаш учурлар
өтө эле көп эмес да, бир эки эле оюнчу талаш жараткан нерсе. Бир позицияда бирден көбүрөөк позицияларда талаш жок, көбүрөөклөр да бар да. Анан болгону мына ушул айрым чындыгында мына ушул өзгөчө ойноп талпынып турган балдарга мүмкүнчүлүк бербей койгондо да кептин баары. Да, согласен. И вот в тему разговоров в Лиге сборной я бы хотел заострить, коллеги, ваше внимание на вопросы наших телезрителей. Интернет-пользователь под ником Калматай Термичиков задал вопрос. Кыргызстан курама командасы Азия Кубок Тандоо турунда биздин группада кайсыл соперник күчтүү, Сингапурбу или Таджикистан дептир. Эми урматтуу телекөрчү, айтмакчымын, бизде бул биздин тайпабызда оңой команда жок. Мьянма дагы, Сингапур дагы, Таджикистан дагы өтө маанилүү улуттуу командалар жана биз аларды кандайдыр бир үстүртүүдөн караганга мүмкүн эч кандай кажетибиз жок, анткени биз ар бир беттеште үч упай алганга аракеттенишибиз керек. Ошол эле Мьянма менен болгон беттеште, ошол эле Сингапур, ошол эле Таджикистан менен болгон оюнда максималдуу түрдө болгон күч аракетти жумшап биздин команда ойношу керек. Эч кандай бирөөсү күчтүү, бирөөсү алсыз деген категория менен ой жүгүртпөшүбүз керек, анткени ар бир упай өтө маанилүү. Бирок эгерде жеке Кыргызстандын биздин улуттук курама командабыздын жеке тарыхындагы беттештерди ала турган болсок, албетте Таджикистан принципиал каршылаш болуп эсептелинет. Кошумчалап кетким келет да, мисалы үчүн ар бир беттеш 3 упай берет, ооба, 3 упай. Бирок голдор дагы өтө маанилүү. Бирок ошол эле убакта, мисалы үчүн тайпалык оюндарда 6 упайлык беттеш деген бар да. Эгерде Таджикстан 2 беттеш утса, Кыргызстан дагы 2 оюн утса, ошол чечүүчү беттеш бул 6 упайлык беттеш болуп калат да. Анткени сен утулуп упай жоготсоң, атаандашың упай алат да, ошондо айырма чоң болот па? Бул жагынан алганда албетте эң акыркы жыйынтыктоочу беттеш демек Таджикстан менен азырынча кагаз жүзүндө мындай албетте бизден сырткары ошол үч атаандаштын арасынан күчтүүрөөк Таджикистан деп ойлосок болот. Ушул жагынан дагы андан сырткары кошуна мамлекеттер дайыма бардык эле жерде дүйнө жүзүндө кошумча эмоционалдык атаандаштык болот, принципиалдык атаандаштык болот. Борбор Азиялык дерби деген өзүнчө ал сүртүмдөрүн баарын кошкондо ошондо келип эми күйөрмандар үчүн дагы маанилүүсү ошол Таджикистан менен да. Бирок биздин оюнчулар күйөрмандар үчүн маанилүү албетте, Таджикистанды утканы, алардан өйдө турганы өтө маанилүү. Бирок Кыргызстан үчүн негизги тапшырма албетте бул ошол Азия Кубогуна жолдома алуу биринчиси. Анан жолдон биротоло Таджикистанды ута кетүү бул кошумча демек ийгилик алып келет. Ал эми оюнчуларды менин оюмча бир аз башкачараак ой жүгүртүш керек. Алар атаандаш ким болбосун утуп гана ойнойбуз деген ушундай даярдык менен, психологиялык даярдык менен чыгыш керек да. Согласен, полностью с вами согласен, коллега. В любом случае нужно все-таки венец и такая логическая точка всей вот этой отборочного всего от отборочного цикла именно настанет в матче с Таджикистаном. Төрт жылдыктын жыйынтыгы. Да. И самое интересное то, что у нас очень богатая история противостояний. И в том смысле, что мы с 16-го года еще не побеждали Таджикистан. Подливает масло в огонь, у всех ожидания очень высокие, конечно. И сборная Таджикистана ни разу еще не попадала на Кубок Азии. И самое интересное, что права на ошибку у нас нет. Ни у нас, ни у других команд. То есть все пройдет в один круг, один матч. Проиграл, значит все. Что мне это напоминает? Русскую рулетку, как мне кажется. Германдардан келген... Без чалышларга токтолдук бы же? А, ну, по нападающим, кстати, да. Иван Мурзаев, Эрнис Батырканов, Эльдар Молдожунусов. Все предельно понятно. Эрнис Батырканов азыр Кыргыз Премьер Лигасына бомбардир жарышында биринчи сапта келаткан. Бүгүн Сулейман Жумабеков эгер өтүп кетпесе, анткени бүгүн Сулейман Жумабеков покер жасап 4 гол киргизди бир беттеште. Өтүп кетпесе эле аны да бир карап коюш керек. Жок, анын голу азыр эле болчу. Батырканов керемет ойноп атат. Керектүү жерде керектүү ушул форвардтын кызматын аркылуу атат. Батырхановтон сөз жок. Молдожунусов дагы ушул жанакындай жаратылыштан тубаса деп коет го, бир тубаса атлет да, ал чарчабай чуркайт, ойнойт, ушундай нерсеси бар. Анан командага да ошондой чуркап ойногон оюнчулар керек. Анын үстүнөн Элдар Молдожуновтон мүнөз бар десем, Азамат ага талашпас кошулат болушуңуз керек, характери бар. Демек түшүнүктүү, конечно. Демек анын чакырганда эле талаш чалуучулардан демек маселе жок. Маселе жок. Эми ошол учурда маселе жок, чакырганга башка эч ким деле жок да. Күйөрмандардын демек суроолоруна токтололу, ага чейин да кыстырма айтып кетким келет да. Дал ушул
билеттің басы бойынша да андан кейін сөйлесіп қойылы. Обязательно, да. Очень активно форсится в соцсетях. Нурболат Чыртаев написал, Кристининді кетіш керек деп аттыңар біле өткендегі бір дөде. Біз кетіш керек деген емес, біз болғаны ғана осы жалпы эфирдің негізінде ой жүгірткенбіз. Егер Александр Сергеевич Кристин кете тұрған болса, кені ангелішіме соңына шығып келе жатады. Ал кете тұрған болса, кім басқармашы бола алады деген ой темада ой жүгірткенбіз. Ана мында да Кристин проны алды. Мындай ең бір чоң ошол лицензиясы бул про лицензия ошону алды эми кой кал десек да ал өзү деле кетет болуш керек анткени Кыргызстандын улуттук курама командасы менен дал ошол лицензияны алууга жеңилирээк болчу мындан ары ал өзү деле башка бир чоң максаттарды издейт болуш керек бирок азияга чейин эмес мына тандоо турунан кийин канча эрте кетсе биздин улуттук курама командага ошончо пайда болмок жок эми кошумчалап кетейин ансыз деле өзү кетет деген позицияда туура эмес да анан кал десек деле калбайт деген андай ой болбош керек да биздечи бизге биздин курама командага кандай машыктыруучу керек деген Кристиндин өзүнүн карьерасынын эң маанилүү бөлүгүн арнады арнап келе жатат да биринчиден албетте жаңылануу керек Кыргызстан курама командасына жаңылануу керек бирок бүгүн бул теманы мындай бул темага убакыт бөлгөнүбүз туура эмес анткени алдыда улуттук курама командасынын оюндары келип калды биз азыр мындай биригип ошол жөнүндө сөз кылсак да дагы германдарда суроо бар да Узак Ташматов жазыптыр эмнеге биз кайра эле Тажикстан менен ойнойбуз алар азияга чыккан эмес беле ооба буга чейин азияга чыккан эмес Тажикстан менен ойноонун себеби Чучукулак болгон биз билебиз ошо үчүнчү жыйынтыктоочу тандоо турунда азия кубогунда Чучукулак ойнотулган Чучукулактын негизинде биз кайрадан Мьянма Тажикстанга чыкканбыз бул эми салттуу түрдө болуп калды акыркы жылдары Жумабеков покер жасаганына кандай карайсыңар дейт бул бүгүнкү беттеш боюнча Талант Карабаев Сулейман Жумабеков чындыгында лидер Сулейман Жумабеков Жазбай Абдыкаимов Антон Полев Талант командасынын жаш лидерлери алар биринчи улуттук курама команда эмес 21 жашка чейин 19 жашка чейинки 20 жашка чейинки деген улуттук курама командалар бар ошол жака бир барыш керек анан Сулейман Жумабековдун чындыгында өзгөчө оюндарын көрөтөбүз эгер ошол оюнду уланта берсе анан 21 жашка чейинки курама командада өзүн керемет түрдө көрсөтсө анда ага жол ачык ошол эле алып жатат Арлен Шаршенбеков мыкты ойнотот бирок ал деле жок андыктан дагы да болсо көбүрөөк иштеш керек жок дегенде ошол Кыргызстандан башка эгер Казакстандын Өзбекстандын чемпиондуктарына кетип ойносо анда токтоосуз чыкырылат болуш керек ну да это как говорится мы конечно сегодня я лично был впечатлен игрой Жумабеков, все-таки покер, он уже прям сходу врывается в гонку бомбардиров, но тем не менее, это отдельный матч, если он будет повторять такое достижение системно в целом, и он же тем более молодой. Да, не было. Я в том смысле, то, что покер это вот конкретно в одном матче, если он это будет системно продвигать, да, то есть, если он будет постоянно покер, я уверен, его быстро вызовут. То есть, нужно, уважаемые телезрители, нужно помнить, что игроки должны на протяжении определенного времени, желательно длительного времени, показывать уровень, показывать качество, показывать стабильность. Это очень ценится в футболе. Соответственно, если игрок показывает стабильную высокую игру, соответственно, его быстренько вызывают. Ну, то есть проблемы нет. Здесь ничего такого сверхъестественного нет. Вот. А так, в целом, конечно, Джумабеков ждем. Так. КПЛдин таблицасын кайдан таба аласыз? Расмий баракчасынан жана биздин Кыргызспорттук телеканалдын расмий баракчасы бар Инстаграмда. Ал жакта Инстаграмда, Телеграмда Кыргызспорттук телеканалынын баракчасына кириңиздер, табасыздар, же болсо Гуглга деле Кыргыз Премьер Лигасы деп жазсаңыздар, ал жактан дагы өткөн оюндар, 2-3 жыл мурунку оюндар, турнирдик тизмек бардыгын табасыздар. Жана ошол кезде Азамат Асылбашев на разборе аттуу телеграм каналы бар, ошого кадагатталабыз. Ал жакта дагы өтө сонун кызыктуу маалыматтар бар. Нурсултан Рахимбеков жазыптыр, Тимур Талипов тууралуу кандай ойдосуздар? Кыргыз Республикасы жарандыгы алып ойносо татыктуу коргоочу болот беле дейт. Бирок эми бул актуалдуу десек болот, жакында эле Тимур Талипов кыргыз элине күйөө бала болду, баш кошту дегендей. Албетте биз куттуктайбыз Тимур Талиповду ушундай бир чоң ошонун негизинде жөнөтүлгөн суроо болушу мүмкүн. Азыр Адлет Сураш Тимур Талиповду калтырып туралы Талипов албай жакын арада жарандыкты Талипов мына Узенов жок анда кыскача оюнуна токтолуп коелу жакшы ойноп атат жакшы ойноп атат Алайда жүргөндө дагы керемет ойногон былтыр Каганатта жүрүп кайра Алайга келди дагы жакшы ойногон быйыл Нурматкенде жүрөт дагы деле жакшы ойноп атат бирок менимче Кыргызстан улуттук курама командасынын паспорт албайт келбейт чакырсак деле
Эми кийинки суроом спорт благо аттуу жөнөттүр суроо. Алмаз Маликов боюнча Алмаз Маликовду чакырса кандай дейсиңер силердин оюңар дейт. Азамат Боздор, сиздин оюңуз. Ну, Маликов очень хороший, крайний защитник. Я считаю, что он не хуже тех игроков, которых уже вызвали. Ну, здесь уже чисто на усмотрение тренерского штаба было. По каким-то, наверное, индивидуальным качествам они выбрали больше этих игроков, нежели вот Алмаза Маликова. А так для меня он равноценный. Мал ошондой Маликов азыркы чакырылгандардан эч жанан кем калбайт. Ушулар көрсөткөн оюнду көрсөтөт, анан эмне чакырылган билбейм. Алмаз Маликов. Оо, татыктуу, албетте татыктуу. Анан чындыгында Азамат Асылбашев айтканда, бул жакта машыктыруучу эле чечим менен го. Менин оюмча мунусунда чакырабыз. Чакырылбаса кийинкисинде сөзсүз чакырылганга толук мүмкүнчүлүгү бар. Эми уакыт деле мына бир сааттай болуп калды. Ошондо жана билет темасына кайрылса кабыл алы. Ну, по Алмазу Малику я быстренько выскажу свою позицию. Классный, добротный игрок, честно говоря. Он прогрессирует. Конечно, ждем его сборной. Как мне кажется, вот как отметил и мой коллега Азамат Аслабашев, для меня тоже Алмаз Маликов равноценен с тем игроком, который сейчас вызван на его позиции. Поэтому, как мне кажется, здесь кое-какие критерии, на мой взгляд, повлияли и по решению тренерского, чтобы он не вызван. А в любом случае, он один из таких важных кандидатов в сборных в будущем. В любом случае. Ну, на... И вернемся к вопросу билетов. Да? Билеттер бойынша кыскача сүйлөшүп болду. Эркин ага сиздин оюңуз кандай? Мен бирок билетке чейин бир нерсени айтайын. Азыр Кыргыз футбол союзу мына алдыда бизде өтө чоң бир футболдук майрам бар. Июндун 8-11-14. А бирок маселе эмнеде? Маселе мына ошол социалдык тармакта отурган анда дагы мына ошол айрым бардыгында эмес да. Айрым эле жерлеринде дейм, ошол Кыргыз футбол союзунда, кыргыз футбол дегенде, кыргыз спорту дегенде ушундай эле жерде отурган адамдарга жетип атат бизде футбол отур. А бирок мына ошол массалык түрдө эч жакта жок. Мисалы менин атам тар чөйрөдө калып атат. Ооба, тар чөйрөдө калып атат. Менин атам футбол жакшы көрөт. Бирок мен атама ата жакында улуттук курама команданын оюну бар, барабыз десем, кайда болот, качан болот, чындап эле болобу деп суроп атат да. Аларга маалымат жетпейт. Мисалы үчүн маалымат кенен болуш керек. Көчөлөрдө барсаңыз баннерлер илиниш керек. Мына 8-11-14 оюн. Анан мына Кыргыз спорту телеканалынан роликтерди даярдап кетириш керек. Эгерде биздин мына ошол реклама компания деп өлкөбүздүн башка канал болгон КТРКдан кетиш керек. Чет облуска чейин маалымат жетиш керек. Айылдагы аксакалдар дагы угуш керек. Алар дагы учурунда футбол ойноп жүргөн, футбол көрүп жүргөн, кыргыз футболуна жан тартып жүргөн. Аларга маалымат жетпей атат. Бул жерде социалдык тармакта бардыгы эле отура бербейт да. Жаштар отурат. Ал социалдык тармакта көрүп аткандардын жарымы чет өлкөдө көрүп атат. Казакстандагы кыргыздар, Россиядагы кыргыздар, Түркиядагы кыргыздар, Европадагы, Америкадагы кыргыздар, Япониядагы, Кореядагы кыргыздар көрүп атат. Кыргызстандагы ушул кара жумуш менен алип болуп жүргөндөргө мына баннер дилиш керек көчөгө. Бизде футбол майрам бар деп чоң-чоң баннерлерди айтор. Мына ушул футбол болорун жакшы реклама кыла албай атышат эч жакта. Демек мындай маалымат аз өтө. Футбол атмосферасы түзүлбөй атат. Футбол атмосферасы таптакыр жок. Мына жеке бүгүн мен өзүм билет сатып алуу үчүн атайын жанакы iTicket деген сайт бар го. Кирдим, азыр 50% арзандатуу менен жүрүп атат. 1000 сомдук билет 500 сомго деп. Мен алам деп кирип билетти мына ошол орундарды араң белгиледим, бирок акчасын котора албай койдум. Кантип которушту билбей койдум. Эгерде мына ошол социалдык тармактарды отуруп карап колдонуп аткан биз билетти сатып ала албайсак, анда массалык түрдө ушул башкалар деле түшүнүшү кыйын болсо керек. Ну, кроме того, что билеты сейчас в онлайн-продаже на сайте iTicket.kg, также они в продаже и в 8, по-моему, точках торговых. Это магазин Джома и еще какие-то магазины, где продаются офлайн билеты. То есть можно прийти самому купить до 26 числа. Физические билеты? Да, можно купить, вот взять на руки и за 50% скидки пока до 26. Что, мы наградим офлайн, азыр билеты сатылып жатканым, ошол атайын дүкөндөрдө. Менде маалымат жок, мен онлайн билем. Эгерде ошол футболду күйүп, көрмөндү кылып жүрөм, мага маалымат жетпеген болсоң да, карапайым көрмөндөргө кайдан жетет бул маалымат? Кандай кеңеш бересиң? Андыктан билбейм, ушуну эми мен кеңеш бергенде деле укпайт болуш керек. Андыктан ушуну жөнгө салыш керек. Расмий ошол Телеграм, Инстаграмда эле отуруп маалымат таркатып бергенден пайда чыкпайт.
Егер де керек болсо билет алып мына Дордой базарын аралап киргизерсиң, мына улуттук курама команданын оюнуна 50% арзандатуу менен билет сатылтат да бир базарды айланып кыдырып сатсын, эки күндө түгөтүп койсо болот да, эгер де дал ушул болсочу. Бирок элге жетпей атат, мына базарларда иштеген тааныштар бар, телефон чалып сурайт, мен ушул сайт азыр 50% арзандатуу. Давайте мы будем говорить о стратегических шагах, вот не прям углубляться, вот стратегические, то есть конкретно. Рекламная кампания. Жок, футбол бул массалык спорт туурабы. Эгерде эл болбосо, көрөрман болбосо футбол жок. Андыктан көрөрмандарга ыңгайлуу шарт түзүп бериш керек. Ошол жагынан бир аз аксап атат, жалпы элге маалымат жетпей атат. Мисалы үчүн кайсыл оюн болору азыр элдер билиш керек. 8-инде Сингапур менен ойнойт экен, 11-инде Мьянма менен ойнойт экен, 14-үндө Тажикстан менен оюн болот экен дегендей маалымат жетиш керек. Урматтуу көрөрмандар, чындыгында кыргыз футболу үчүн, кыргыз спорту үчүн өтө маанилүү күндөр келе жатат. Биз буга чейин бир жолу ошентип Азия Кубогуна чыктык жана ал жакта сонун оюндарды өткөрдүк дагы. Кадимкидей футбол ушул тар чөйрөдө эле кала бербестен мындай массалык деңгээлге чыкты да. Ошон үчүн мына 4 жылга жакындап калды, дагы деле люкс кайда дегендер дагы деле жүрөт да. Андан кийин мына чындыгында 3 жылдан көбүрөөк убакыттын ичинде 3 жылдын тегерегинде канча нерселер өзгөрүп кетти. Кутман Кадырбековду дагы деле унутуп элек германдарчы. Албетте Кутман Кадырбеков ойноп атат, бирок эми азыр 4 дарбазачынын ичине кирбей калды мисалы үчүн. Ошол сыяктуу бул өтө маанилүү иш чаранын астында эми биринчиден бардык германдарды стадионго чакырабыз. Эгерде стадионго келгенге мүмкүнчүлүк болбосо, албетте түз эфир биздин канал сиздерге аны сунуштап берет. Жана ошондой эле билеттердин баасы боюнча менин байкаганымча аябай көп ушул социалдык тармактарда эмне үчүн билет кымбат дегендер болду да. Эмне үчүн кымбат? Азыр мына пандемия, андан кийин дагы башка кымбатчылык, ушундай учурда ушунчалык футболго баргысы келген, футболго жаны менен күйгөн көрөрмандар үчүн кымбат болуп атат депчи. Бирок бул үчүн жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү. 1000 сомдук билеттер 500 сомдон, 800 сомдук билеттер ошондо 400 сомдон болуп атат да. Ошон үчүн 26 майга чейин эртерээк алып ошол 50% арзандатуу, бул 2 эсе арзан. Албетте ушул мүмкүнчүлүктөн колдонуп эртерээк алып келип кыргыз курамасын колдоп бересиздер деген үмүттөмүн. Чындыгында оюнчулар көрөрмандардын колдоосуна өтө муктаж биринчиден. Экинчиден көрөрмандардын өзүнө деле ырахат болот. Менин жеке баамымда албетте биз бул группада, бул тайпада фаворитпиз. Келип буюрса ушул Кыргызстан курама командасынын кантип атаандаштарын утканын, канча эсеп айырмасы менен утканын өз көзүңүздөр менен көрүп кетесиздер деген ойдомун да. Полностью согласен, солидарен с коллегой, да, уважаемые телезрители, нужно помнить, что впереди нас ждут очень важные игры, и, конечно, для нашей сборной очень важна поддержка наших болельщиков, именно нас, потому что, наша команда представляет нашу страну, представляет каждого из нас, поэтому мы обязаны прийти поддержать. Возможно, какие-то моменты для вас вызывают какие-то спорные, то есть вопросы, но, тем не менее, нужно помнить, что ни 800 сомов, ни 1000 сомов не определяет нашу любовь нашей стране, а выразить мы свою любовь в нашей стране и свой патриотизм, конечно, можем через футбол, придя на стадион, поддержав нашу сборную в ответственных матчах. И мне кажется, в этом едином порыве, в дружеском порыве мы, конечно, объединимся по-настоящему. И это отличная возможность, уважаемые телезрители. Вот хотел бы лично об этом напомнить. И после ваших слов, конечно, я бы хотел заострить ваше внимание, опять же, на вопросы. Силер, ошондо азыр нашел 50% арзандатууну колдойсуңар, бирок элдерге ушул маалымат жакшы жетпей жаткан тууралуу эмне айта аласыңар? Эми 50% деп мактап өттүңөр, баардык көрөрмандарды чакырып өттүңөр, бирок көрөрмандар ошол 50% арзандатууну кантип алышты билбей кыйналып турган учурда. Возможно, но... Аны айтпадым, эми жететтир дарегине. Мне кажется, мы обсуждаем вопрос с двух концов, то есть мы говорим именно о стоимости билетов, о скидках, о инструментариях по продвижению билетов, конечно, это тоже дело спорное. И как мне кажется, как и в любом направлении, есть свои издержки. Как мне кажется, результатом наших споров, мне кажется, будут матчи, то есть по матчам сборной будет видно, смогли ли провести вот эту работу или не смогли.
как мне кажется. Но, возможно, я также считаю, что рекламная кампания, возможно, она должна охватывать большую часть аудитории. Ал пикиринге кошулам, албетте, бактияр, жанагы, калын элге маалымат жетпейт ат дегенге кошулам, да. Демек, ал жакта көбүрөөк жумуштар жасалыш керек. Демек, мейли убакыт да соңуна чыгып барат, соңуна чыкмак тырышына өтүп да кеттир, анда адилет 2-3 суроого токтолду, жыйынтыктай элек. Очень постоянный вопрос, машыгуу качан башталат? Машыгуу Жак С деген. Мен жооп берип койсом болобу? Машыгуу расмий түрдө бүгүн 23 майда башталды деп жазды, бирок айрым оюнчуларга мен байланышка чыкканда улуттук курама командага келдик. Расмий түрдө бүгүн башталды, бирок чакыруу жок. Менимче атаандаштарды мына Эркин Абдуллаев менен Алексей Темирланов канчалык мына аларды мактап, ошол ар бир атаандаш маанилүү экенин айтып атат, бирок улуттук курама команда эмне үчүн андай деңгээлде кабыл алып атат, мен түшүнбөй турам да. Эгерде машыгууну бүгүн 23 деди го, чогулуп башташ керек эле да. Есть игроки, которые прилетают через 24-25, но в любом случае... Кыргызстанда гончулар бар да. Да, они соберутся. Гончулар Казахстандан бар. Я к тому то, что наша сборная из нашей группы самая первая начинает УТС. Таджикистан баштаган го. Нет, самым первым... Жо, биздики эми... Они в Дубай полетят, они еще не полетели. Маалымат түрүндө да, биздики мына 23-ндө баштадык деди, бирок кана сүрөт, кана машыккан, ойунчулар келе элек, кеп ушундай болот. Бул өтө маанилүү учур. Биз буга чейин биринчи тандоо турунда чыгып кетишибиз керек эле. Азыр экинчи тандоо турунда чыгып калдык. Монголияга утулуп калдык. Таджикстан менен үйдө араң тең чыктык. Эми абал оор. Ошондо бизге түз чыгып кеткенге атаандаштар мүмкүн болчу ошондочу. Эми ошондо чыга албай атат. Азыр Таджикстанды теңге албай койгон бул туура эмес. Никто эче Наурус кубта утулуп калдык. Албетте оюну биздикине караганда жаман болсун, бирок аларда мүнөз болуп атат. Аларда атайын Европадан машыктуру чап келди Таджикстан. Не, сборы начинаются, то есть есть определенный календарь, план мероприятий. А азыр Таджикстандын оюнчулары Өзбекстандын, Ирандын чемпиондуктарында ойногон бар. Таджикстандын оюнчулары дагы бир жөнөкөй оюнчулар эмес, алар теңге албай койгон, өтө туура эмес. Андыктан машыгууну да өз учурунда кылыш керек. По информации по Таджикистану, я вот пару слов буквально. По Таджикистану тренер Персиполиса был недоволен тем, что игроков вызывает. То есть, возможно, там тоже будут проблемы. Также многолетний игрок, который постоянно вызывался, его тоже не вызывает. То есть, у сборной Таджикистана тоже есть свои проблемы. И недооценки здесь никакой нет, я уверен. В тренинге. Почему? Потому что мы с Таджикистаном давно играем, то есть, и мы понимаем, какие цели и задачи поставлены. Здесь недооценки нет. Чё, никакой. Я могу уже, в принципе, ответить и за тренерский штаб, потому что недооценки здесь никакой нет. Азыр, соңку учурда биздин маалыматтык согуш менен алды атат. Өткөн мына Наврыз клубунун астында биздин мына Кыргыз спорттун студиясынан курамдагы оюнчуларды ким чакырылганын акырын айттык. Ага чейин башка курам, кийин акырында Муралим Ахмедовдор кирип кетти да. Азыр дагы деле бизде мына маалыматтык өзгөрүү болуп чыктым да. Азыр биз бул оюнчуларды күтүп атсак таптакыр. Бул тизмеде жок. Адилет Каныбековду чакырып коюшу ыктымал. Элгар Бернхард чакырып коюшу ыктымал. Бүгүн болсо мейли эч нерсе болбойт ал нерсе. Ал нерсе эч нерсе болот. Бирок бүгүн мына машыгууну баштадык деди, бирок баштаган жок. Ушундай маалыматтык калп нерселер кетпеш керек. Эң жакшы достук бизде бар да. Бул суроону сурагангач биз өзүбүздү өзүбүз кичине эме кылсак. Да. Мисалы үчүн чындыгында такталган так бир маалыматтарды эме кылсак да айтсак, мисалы үчүн мына телефондон сүйлөшүп көрдүм, анан сурап көрдүм депчи, мен же Адилет же башка бирөө, биз футбол союзунун адвокаты эмеспиз. Биринчиденчи баарыбыз мына чогуу кыргыз футболуна күйүп жүргөн адамдарбыз. Сенин пикириң да керек, биздин пикир да керек, и күйөрмандардын пикири эң башкысы керек албетте. Демек ошол машыгуу, окуу машыгуу демек иш чарасы качан башталат дегенге расмий түрдө бүгүн башталыш керек болчу. Башталды деп жазды. Башталды, башталган жокпу? Күйөрмандын суроосуна эми жооп ушундай да, бүгүн башталыш керек болчу. И по поводу опять же тест, пару слов буквально. Еще раз повторюсь, по информации, которую я получил, самыми первыми из нашей группы УТС начинаем мы. Потому что мы играем дома, то есть Таджикистан в Дубае, они еще не полетели. Да, анонсировал, что они в Дубае. И самое интересное, что сборная Таджикистана, по сути, помимо основного состава, ну, то есть списка, взяли только двух игроков. То есть они по итогам сборов в Дубае уберут только двух игроков. Это тоже очень примечательный факт. Там тоже очень много вопросов. Но на данный момент наша сборная одним из первых в нашей группе начинает УТС. Вот как-то так. И коллега Валычев. Таджикстанда бир жанагы маалымат булагым бар да, эшелим да айткансың го бардыгын. Ну, сегодня как раз об этом обсуждали вопрос. Да. Это исходя из своих личных источников КФС.
с которым мы это обсуждали этот вопрос. Коллега, вам слово. Мне кажется, вы долго вынашивали идею такой послевкусие нашего эфира под занавес программы. Да. Да, действительно, я очень надеюсь на то, что мы долго раскачиваемся, но потом быстро едем. Да? Мне очень хочется, чтобы мы, если даже испытываем проблемы какие-то с приобретением билетов, если мы испытываем какие-то проблемы, там, не знаю, с началом сборов, но затем я считаю, что мы должны нагнать это все и, как коллеги сказали, да, и в едином порыве должны все прийти на стадион, во-первых, поболеть за нашу самую большую сборную, за самую за сборную, у которой самая большая, огромная армия болельщиков, да. Футбол все-таки является спортом номер один в мире, в каждой стране и в нашей стране то же самое. Поэтому я надеюсь, что именно тогда, когда сборной нужна будет поддержка зрителей, я очень надеюсь, что все придут на эти матчи. Ну, а мы постараемся для вас освещать любые решения, все, что вертится вокруг матчей, вокруг турнира, вокруг футбола нашего, международного футбола. Все, что связано с нашими командами, с нашей национальной сборной, мы постараемся вот так вот освещать и вам об этом говорить. Да. Мне кажется, очень логичные, лаконичные слова. Именно на таких словах, на мажор ноте, мне кажется, завершаем. Германдарда жок болды, жинтықтар. Анда ардакту спортсу ишилеры, мен дагы мушол жалпыңыздарды футболу келіп, футбол майрамнан рахат алға шақырамыз, себебі ал жақта өзіңіздерінде ұлыңыздар, ұшыл Қырғызстандың намысын қорғой іздеген шыныға футболшылар үшін, патриоттар үшін келіш керек. Футбол ойын майрам бұл бардығы бұйырмандарды қандықтан келіңіздер ұшыл футбол майрамын бірге өткірілі. Ал еме бүгін ұшыл Қырғыз футболы туралы кеп қылған Қырғыз спорт телеканалының комментаторлары болдық. Еркен Абдуллаев, Адлет Темірланов, Азамат Асылбашев, мен Бахтияр Қыдыралиев. Футбол майрамында амандашқанға шейін бар болыңыздар.